Ну что, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы с вами продолжаем проходить The Dark Pictures антологии Little Hope. Много говорить не буду, потому что очень хочется поиграть. Я записываю подряд, если что. Вот, прошлая серия была очень интересной. Мы с вами очень много мелких деталей нашли. Ну, как мелких, очень много информации такой, знаете. Возможно, ненужной, но для, в целом для геймплея очень нужная. Вот, для сюжета, да. Нет, они довольно-таки нужны, эти вещи. Мы нашли с вами записки, фотографии. Нашли даже с вами, не знаю, кабинет, но комнату, где была записка о том, что чувствует или что думает судья сам. Поэтому обязательно посмотрите прошлой серии, обязательно ссылка в описании находится на плейлист с прохождением полным прохождением данной игры и с полным прохождением Man of Medan. Мы его прошли уже давно, да, поэтому тоже посмотрите, если вам интересно. Если вам интересно, конечно. Вот, собственно, что будет в этой серии, я не знаю. Но у нас профессор, к сожалению, упал куда-то вниз. Он пошел вообще там куда-то по канализации, не знаю. Мы сейчас идем с Тейлор к полюсу, поэтому вот, надо выбраться из леса. Вот, и найти Джона с профессором. Поэтому, Саша, поудобнее, надевайте пледик, друзья. Принципите, кто кушает, принципите кофе или 50 при новом просмотре. А мы, собственно, продолжаем с вами проходить Dark Pictures антология Little Hope. О, привет! Так, остановимся мы с тобой здесь, собственно, да? Да, остановимся мы с тобой здесь, погнали. Так, давай посмотрим по подсказочкам, что у нас там. Вспомним. Нет, не здесь, вот открытки. А, у нас с тобой полиция есть. Нож мы с тобой брали. А вот это еще. Так, это мы уже все пропустили. Это мы выполнили. То есть взяли с тобой нож. Так, пистолет. Хорошо, пистолет я помню. Это не нужно. Это мы с тобой уже все. ББ. А, вот здесь. Вот здесь нужно, короче, не нужно давать ему... к двери подходить. Да, потому что видишь дверь, и идет дальше вот эта тема. То есть если ты тут посмотришь, он на улице уже. На улице мог, потому что знаешь почему мог быть на улице? Потому что видишь дырявая дверь, он мог его, просто его же двойник мог отсюда его вытолкнуть. Поэтому нельзя ему к двери подходить. Хорошо, пистолет нельзя использовать. И по-хорошему, хорошая концовка, я так понимаю, не хорошая, что водитель заберут полиция. Хорошо. Если полиция заберет водителя автобуса, то хорошо. То это будет хорошее. Ну, потому что там белая рамка, я не знаю. Профессор! Как-то рамка влияет. Надеюсь, вы целы. На события. Нет, но я думаю, да, потому что не просто так, они белые, там черные, желтые рамки эти. Поэтому как так? Ну, типа, обозначение, какое событие это, да, типа негативное, либо наоборот хорошее. Блять, что, куда идти ты, ёпта, мальчик, ты можешь меня светить нормально? Вот, поэтому как-то так. Поэтому как-то сейчас будем искать, буду сейвить их обоих, ну то есть троих вообще, но такого этого двойника нету. Я говорю за тех, у кого есть двойник, то есть и Тейлор, и профессор, профессор и Тейлор, мы будем с вами сейвить максимально. Ну его тоже, собственно, да. То есть надо хотя бы в финале выйти вот этой компашкой втроем. По-хорошему. У Тейлора... Вы где там? Я наверху! Напоминаю, у Тейлор есть нож до сих пор. Как я рад вас видеть. Взаимно. Так, теперь мы должны сейвить. Нет, не профессором. Раз. Я это уже видел. Старая машина. Старая машина со знакомым символом солнца на капоте. Похоже, этот символ связан с язычкой магии. На амулете солнца, найденном на кладбище, был такой же символ, как и на капоте машины. А что это может значить? Я так и не пойму. Это чья-то машина? Ты Кларк, Тони Кларк, может это ее типа машина? Хуй его знает. Что-то это я, кстати, не разобрался до сих пор. Ну ладно.
Вот это Бурлин. Хелл. Что же он натворил? Бурн Хелл. Мужскую магию. Мужскую магию! Подожди, а может быть, Карвер все-таки сам магией увлекался? Видишь, тут на капоте такая тема. Может быть, он сам этим увлекался, и может, это его машина? Потому что то, что мы видели... А, это не то. То, что мы с тобой там увидели... Где она? Нет, не то. Нет, не то. Вот! Вырезка из газеты. Вырезка из газеты с фотографией Энтони Кларка. Выходящий из полицейского участка, поверх нее написано «Гори в аду». Энтони Кларк. Это не Кларк. А, это этот, который... Который... О, это который этот, что ли, брат ее? Просто если это... Подожди. Это ее брат, да, я понимаю? Если... Подожди. Эта машина 100%, я думаю, либо что-то связано со священником, я уверен в этом. Потому что, ну, типа, магией занимался, мужская, типа, энергия, мужская магия, солнце. А луна это, понимаю, женская, да, Диана? Да, здесь написано, видишь, это мужскую магию олицетворяет. А это Таня Кларк, так, ага. А это олицетворяет женскую магию, то есть Таня Кларк занималась магией женской. И получается, мужская магия Энтони, он занимался. То есть сам Эндрю, типа его двойник, занимался мужской магией. Либо это машина этого, священника, священника. Карвера. Может, и Карвер машина, хуй его знает. Ну, скорее всего, да, потому что здесь, видишь, ну, они, ну, типа, и видишь, его эта тема. Его фотка. За ним кто-то следил, кстати. То есть за его двойником. Странно. Это, блядь, очень странно. У меня есть одна версия, конечно. Там, в тумане. Видите? У меня есть одна версия, ребят. Мало ли что. Спастись в Литл Хоуп, покуда ты жив. Ты должен умереть. Даже жене своей ты передал страсть к служению сатане. Так помнишь, мы в доме видели манекены? Мы манекены видели? Помнишь, видели? Ты не смирился. Я должен изгнать дьявола, дабы спасти город. Нет спасения. Джозеф, отрекаешься ли ты от дьявола и его учения? Нет на мне греха. Я не адепт дьявола. Город осквернен безумием, принесенным слугой сатаны. Мэри! Надо помешать им. Помоги мне! Вот! Нет более сомнений! Перед нами колдовство! Больше камней! Сокрушим дьявола внутри его! Не медлите! Участь Литл Хоуп в ваших руках! Помнишь, мы видели манекены в доме? Блять, я теперь понял, почему там манекен упал, который был подвешенный. Ну, понимаешь, я понял, почему он упал.
Что случилось? Скажите. У нас мало времени. Джон, не подходите! Мне не скрыться от этой твари! Я не собираюсь повторять судьбу Дэниела! Свихнулись? Сейчас скажу. Помнишь, что я хотел сказать-то, блядь? Помнишь дом? Мы заходили туда с Эндрю, профессором, потом там Дэниел и... Не помню, Дэниел, короче, вот этот пацан... Парень и девушка зашли. Помнишь, с этим... Мы, конечно, заходили туда два раза. Помнишь? Этот дом, где были манекены всякие, да. Там как раз лежал чел с камнями, манекен. Подвешенный был манекен, стояли манекены. Помнишь? И я теперь понял, почему тогда подвешенный манекен упал. Ебать, как тут все, ёпта. Ну, там типа музей был. Надо валить! Так. Давай, урод, я готов! Это какой-то... конченый. Блять. Беги, твой, беги, долбою. Беги, 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 беги. На, блять. Беги отсюда, дурак, что ли, совсем? Да, помоги, помоги ему, да-да-да, помоги. На, блядь. Нравится гандон? Беги, блядь, долбою. Застряла, сука. Выломал, красавчик. Заходи, заходи. Все внутрь! Да отъебись от меня там, блядь. Так. Бля, мужик, отойди. Отойди. Не тормозите. Бежим. Эндрю. Эндрю, вы нужны мне. Сука. Успел, успел, тварь, успел. Я успел, блядь. Ух, блядь. Помните из подсказки? Вот-вот. Блядь, не открывай, дурак. Дурак неумный, не открывай. Он исчез? Нет. Я его больше не вижу. Фу, я успел, ребят. Прям видели? Тютелька в тютельку успел. Там, если присмотритесь, там около А будет такой прозрачный, типа, ну, кружок такой расширяться на А. Нам будет надо найти его. Плоскости, где А написано, вот зеленый, там будет такой ход. Прозрачный кружок белый расширяться, будет его уменьшаться. Вот я успел прям миллисекунду, блядь. Здесь что-то не так. Здесь что-то не так, девиз этого города. Фух, засейвили, блядь, фух. Фух. Так. Теперь мы за него играем, все. Опа, подсказочка, давай смотреть. Веревка. А, это типа к следующей игре, что ли? Это к следующей игре. Да, это к следующей игре. Веревка. Хорошо. Запомним, да, ребят? Запомнили. Веревка не пользуем в следующей игре. За вот эту женщину. Хорошо. Уйди ты нахуй. Я пошел тебе. Курс изменен. Не-не, иди в пизду, я не пойду за тобой. Я хочу сначала все исследовать, подожди. Те самые качели, кстати, ребят.
Те самые качели. Ну давай свой скример, ну. Отстаньте, блять, уже от меня нахуй. Я, блять, еле-еле засейвил, блять, вы опять сюда пришли. Ебаный, блядь. Ну серию, опа. Свадебное фото. Свадебная фотография Джеймса и Анны. Джеймс работал на фабрике. Смотрите на это. Серьезно? Серьезно? Серьезно, да. Это нам то, что мы вначале показывали, да? Правильно понимаю? Серьезно, да? Серьезно, ты не верил? Не верил. Морден Гуд какой-то. Может, будь у нас свои дети? Ничего такого бы не было. Обугленная книга. Старая книга под названием «Современное руководство по успешному воспитанию». На сохранившейся странице говорится о дисциплине и плохих манерах. Пожар был вызван детской игрушкой. А здесь что могли смотреть? Подожди. Все, что ли? Больше ничего не могу смотреть здесь. Ну ладно, пошли. Пошли за той девчонку, чё? Той девочка пошла. Вы осматривали? Повернись. Да, это подсказка нам на следующую игру. Прикольно, да? Прикольно. Видишь, даже к следующей игре не видишь сразу, оп. То есть они в игре, которая вышла, дали такую подсказку, что они делают в следующей игре, понимаешь? То есть это прям, они связаны друг с другом, это прям вау, классно. Отойди. Он забаговался чуть-чуть. Так, а там что покажут нам? За ним и за ней идут. Охуительно просто. Детский рисунок, изображающий маленькую девочку, на которой нависает темная фигура. Семья пыталась найти способ контролировать поведение ребенка. Они меня не понимают, им все равно. Ну да, если то, что изначально, и вначально показывали, да, это я помню. Это я помню, что там было. Ключ. Мужик. Старинные часы. Останки старинных напольных часов. Внутри спрятан старый ключ. Ключ. А чего же он? Этот ключ. Так. Letter from... честно, а? Письмо преподобного Карсона, в котором он утверждает, что бунтарское поведение Меган не является чем-то из ряда вон выходящим, и предлагает помочь с его воспитанием. Письмо датировано 7 сентября 1971 года. Карсон использовал библейские тексты, чтобы управлять городом. Преподобный Карсон помогал воспитывать Меган. Очень. Бля, ну давай скример, давай.
Ладно, что там нету, блядь. Что должен был быть скример, по идее. Открыть нет, что дурак, что ли, открывать? Так, давай посмотрим вон тут. Бля, туда не могу, да, пройти. Могу. Пошли. Да иди туда. Ты, ну, чел, у тебя все нормально? Чел. Ты сейчас серьезно? Прикинь, не могу туда пройти, блядь, какого хуя? Ладно, пошли наверх. Не могу туда пройти просто и все, блядь. Это бред. Надо найти ее. Она здесь. Что за черт? Стой тут. Годзилла, разуй глаза, тут же пластинки. Эндрю, что происходит? Что переносит нас? Он ведает, что я желала признаться во всем суде. Нет, стоп. Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, так, что ныне суд. Город освободится из лап дьявола. Так, отсосешь, блядь, отсосешь. Милостью Божией Литл Хоуп восторжествует. Даю слово. Суд. То есть она понимает, я тебе говорю, она посредник. Есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла, пропитавшего Литл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через куклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Мы были обмануты дитятей, ее личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была осуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так! Лжец! Сие порочное дитя, порождение сатаны, ныне смеет обвинить меня, слугу Божьего, в злодействе! Поехали. Это безумие. Эти люди с ума нахрен посходили. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Ты мне поможешь? Что я могу? Если бы я мог, я бы как-то это остановил, но... И в час великой нужды сие проклятое дитя вновь взывает к дьяволу. Стойте. О помощи! Я молю суд выслушать. Мне нужно наставление. Так. Наставь меня на путь. Надо помешать им. Этот суд какой-то чудовищный фарс. Карвер, вот кто злодей. Мы поддались на его уловки. Узреть истину сумела лишь Мэри. Преподобный Карвер, тот, кто призывает нас верить в дьявола. Молчи. Во всем тебе не обмануть нас, Боли. Что ты? Твой умысел ясен, как день. Да. Я узрю сей город очищенным от зла. Засешь ты сейчас. Ты все путаешь. Тебе не Карвера надо обвинять. Что сделать, дабы вратить Литл Хоуп к свету? Преподобный вселяет в меня страх. Останови Карвера. Это все он, не видишь? Он обвиняет Мэри, чтобы его не трогали. Я знаю, что должно делать. Стоять! Что здесь за бесчинство? Да, пожалуйста, я смогу спасти их? То, что он мне поведал, вызывает дурноту. Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Как способен слуга Божий сотворить такое? Мэри, твои мучения кончены. Можешь идти. Отсосал, блядь. Глупцы, обманутый детем. Разве не видите, кто она? Истина пялится на вас из адской бездны, но вы слепы. Дочь дьявола надурила всех вас!
не меня! Я вижу ее! Вижу ее! Шлюха сатаны! Ты отплатишь за злодейство! Я в числе первых пал под твои чары! Ныне весь город одурманен тобой! Не найду слов. Эндрю убедился в двойниковости в защиту Мэри обвинить преподавателя. Конечно, все ведет к тому, что это он. Это он. Ты спас меня. Отныне я тебя не забуду. Но я не спас тебя. Это все, финал? Получилось. Готово. Да? Ты точно все правильно сделал. Злодеем был этот конченый священник. Ну, да. Но кукла. Блин, я должен быть счастлив. Кукла. Но я ничего не чувствую. Может, она не дает двойникам, типа, ну, успокоиться? Ты двойникам отсюда. Их не дает успокоиться, то кукла. Может, она реально была и сжечь? Хер его знает. Что произошло? Видели ее, Мэри? Уверена, мы видели ее в последний раз. Больше она нам не навредит. Так, я готов. Надо, блять, скилл. Куклу надо было уничтожить. У него нож есть же. Пиздец, блядь. А нахуя это все проходило-то? Курс изменен, блядь. Демон хотел ее сделать охуенно, блядь. Пизда там вообще, блядь. А нахуй тогда, блядь, пиздец вообще. Может, кукла не дает ему покоиться просто? Нужно было реально ее сжечь, ту куклу. Может, реально? Может, смотри, опять видишь, только он выжил. По факту, как в начале, помнишь, только он выжил? И сейчас опять он только выжил. Пиздец, и чё тогда, что это вообще такое? Что это за финал, блядь? Опять чисто одного только засейвили. Вот, найс, блядь. Хотел всех, блядь, найс. Найс. Да, посмотрим, хорошо, к чему это все ведет. Финал, ребят, это финал. Как я понял. Знал, что ты здесь. Вот и Винс. Винс. Отстаньте от меня. Я все потерял. Ты все потерял? Ты шутишь, что ли? Убирайся, проваливай! Зря ты сюда приехал. А ты кто вообще?
Я никогда не забуду и не прощу тебя. Вот он! Грёбаный убийца! Я не убийца! Это твари, чем бы они ни были! Это они, а не я! Эй, осторожно! Этот псих вооружен. Блядь. Я просто хотел спасти их, но облажался. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Да ну нахуй. Это не та концовка, которая была в подсказке. Прикинь. Отправляем всех через Little Hope. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Так это он просто старый. Их потревожит небольшая задержка. Типа он не смог со стрессом и поехал кукухой? Он поехал кукухой, что ли, блядь? Можете все заткнуться! Так мы не найдем помощь и не выберемся. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чего? Видели его? Смешно. Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Блядь, да ну нахуй. Короче, Винс и он, они знакомы, правильно понимаю? Тебя нужно было не стрелять. Осуждаем, осуждаем. Хорош прятаться! Полегче, я хочу помочь. Видели эту тварь? Чего ты несешь? Ничего тут нету! Бля, ты прикинь. Они идут. Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Короче, они знакомы, и он сказал, что не простит никогда. А он, Эндрю. Это тот самый чел, который выжил тогда, да, в 70-х. И вот он стал водителем автобуса и не смог пережить все это дело, правильно понимаю? Не смог все это пережить. И все время ходил один. То есть тех, кого мы хотели спасти, их не существовало. Охуеть просто, блядь. Ебать-то, урод. А тут были только, понимаешь, ну, Винс и он. Конец. Жесть. Пока что. Но вы можете попробовать еще раз постараться добиться большего. Вот в чем сложность с демонами. Если их не упокоить, они с вами навеки. Да, кукла. Не кукла. Очень счастливый конец. Или счастливый. Смотря что, вас радует, не так ли? Не так ли, да. И вы в итоге нашли... Кто там стоял? Может, теперь он перестанет жить прошлым. Блять, это жестко на самом деле. Это до очень жестко. До новой встречи!
Возможно, в Тихом океане или Арабской пустыне. Или где-то еще. Но мы встретимся вновь. Арабская Один пустыня. Раз точно. Один раз точно. Бля, ну вот это они хорошо извернули. Слушай, это прям хорошо очень. Блять, мощно. У меня аж мурашки по коже. Реально, аж мурашки пошли. Это очень хорошо. Я даже не знаю, что сказать. Я не знаю, ребят, что сказать. Это... это жесть. Но было бы интересно посмотреть еще, знаешь, на что? На... другую концовку, где всех я спасу. Да, где мы выберем не спасти Мэри, а сжечь куклу. Ну, то есть, точнее, не спасти Мэри, а... Да, не могу, ладно. Короче, где мы выберем не... типа, не говорить против Картера, да? А сжечь куклу. Но это прям очень хорошо, ребята, это прям... прям хорошо все, прям, ну, были, конечно, минимальные такие баги были, но вот, но это ладно, это не прям жестко, это, знаешь, влияет на саму эту, на геймплей, это вообще почти не влияет на геймплей. Блять, очень хорошо, с мелочами очень хорошо поработали, бля, мне очень нравится. Очень хорошо, прям, реально очень нравится. И актеры есть прям, мне очень нравится игра. Что Man of Medan меня впечатлил, что Little Hope очень сильно впечатлили эти игры. Прям, реально, достойно похвалы. Прям вот... красавцы, реально, молодцы. Спасибо за такую игру, разработчики. Прям мне понравилось. Блять, ну, честно, я бы ее перепрошел бы. И не один раз бы, наверное. Есть тут несколько концовок. То я посмотрел бы все концовки. Ну, давай. Давай так, сейчас наверное, ты увидишь... сейчас, наверное... Ну да, после титра посмотрим, что там будет. И после этого, возможно, я думаю, да, скорее всего, ты увидишь то... ты увидишь то, ты увидишь тот кон, тут увидишь ту концовку, после титров сейчас давай, смотри сейчас после титров, так, короче, ты увидишь альтернативную концовку, скорее всего, да, то есть вторую концовку, которую я, скорее всего, пройду, когда мы будем сжигать куклу. Да, это очень интересно мне посмотреть. Я прям готов прямо сейчас ее перепройти заново, она довольно-таки коротенькая, и посмотреть еще одну концовку. Я не знаю, сколько их здесь есть, но мы две точно посмотрим в этой серии, поэтому это так. Так что давайте посмотрим, что будет после титров. Мне разработчики реально вот так сделаю даже. Просто реально красавцев, прям очень хорошая игра. Ну, на самом деле, реально хорошая игра. Напишите свое мнение в комментариях об этой игре. Блять, очень-очень хорошая игра, реально прям вау. Мало вообще почти нет таких игр, где вот... не то, что нет выбора, а где вот так все проработано до мелочей, что ты ищешь какие-то записки, они между собой связаны, ты можешь понять, что из-за чего произошло и к чему привело. То есть, понимаешь, это прям вау. Круто, мне понравилось, мне очень понравилось. Так, давай смотреть, что у нас после титров. Бля, классная игрушка очень. Что первая, то, что вторая. Так, а? Ты веришь в Бога? Конечно, нет. Советую начать. Вот это где что-то неизвестное напало на нас. Вы мне все равно не поверите. Я сам себе с трудом верю. Шумерская мифология, души мертвых отправляются в подземный мир. Дом праха. Где обитают среди тлена, терзаем демоны преисподней. Вот эта девка, которую мне показали. House of Archers. Но она уже вышла в любом случае. Давай мы кстати, ее тоже пройдем. Я думаю, давай сразу, может быть, начнем. Почему бы нет? Сейчас давай для начала досмотрим эту серию, да, с тобой. Досмотрим вторую концовку, посмотрим, какая там будет, да? Вот. И хотя, может, блин, нет, давай вот в это я сделаю. Или, знаешь, я знаю, как я сделаю. Короче, долхоп. Короче, знаешь, что давай сделаем? Я сделаю кое-что по-другому.
Так, я сделаю чуть по-другому. Я момент, короче, там, где будет выбор, вот с куклы, помнишь, где она на витрине стояла, где можно было ее сжечь. Давай-ка мы это и сделаем. Может, возьмем ее с собой? Конечно, возьмем, не оставим ее, а возьмем с собой, скорее всего. Я, конечно, вставлю такие моменты, скорее всего, да. Буду вставлять моменты, где что я выбирал. Так, просто кратко, да, где будет выбор. И, собственно, посмотрим, какой будет финал второй. Если он будет таким же, ну, конечно, так, ну, такое будет на самом деле. Ну вот. Ну вот, то есть это будет, конечно, выбор будет без выбора, грубо говоря. А если будет другая концовка будет, это будет интересно. Поэтому сейчас не выключаем себя. Я думаю, там еще сейчас минут 15 будет видос идти. То есть примерно до часа где-то так. Может, час 0.5, что такое. Час 5 минут, может, так. Вот, поэтому как-то давай посмотрим, что же будет у нас с тобой во второй концовочке. Мне очень интересно узнать. Вот, поэтому пока что не прощаемся. Пока что смотрим, что было во второй концовке. И прямо сейчас ты это все дело и увидишь.